Ребята, ну а перед началом я вам порекомендую свой личный промокод. Вот здесь вот плюсик мы нажимаем. После этого вводим промокод DENERS и вводим сумму. Например, на 1000 рублей пополняете, плюс 35% бонус промокоду вы получаете. То есть плюс 350 рублей. Пополняете на 5, 1750 рублей. Пополняете на 10, 3500 на халяву. И открывайте кейсики и лутайте прикольные скинчанские. Всех привет, дорогие друзья. Мы с вами, как всегда, на MyCSGO. И все, как всегда, ссылочки будут закреплены в комментариях. Промокод DENERS. Не забываем активировать, который увидели в начале ролика, потому что он принесет вам по-любому удачу и приятный бонус плюс 35% к депозиту. Ну что, не будем затягивать, погнали смотреть. Ну что, друзья, у нас сегодня на балансе будет с вами 16 тысяч. Ну, не прям большая сумма, но попробуем что-нибудь прикольное вытащить. Сегодня я хочу забрать ножик себе в инвентарь и поиграть с ним. Ну что, посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, кстати, Хэллоуин у нас прошел. Надеюсь, то, что вы залутали прикольные пушки. Но у нас в ограниченной серии всего лишь 8 дней. 8 дней осталось, и залутать вот такие вот прикольные кейсы. Что же у нас есть в кейсе за 47 рублей? Давайте мы с вами посмотрим, полистаем, и вы сами убедитесь, что пушки хорошие, годные. Конечно же, есть и дешевые, но без этого никуда. 266 рублей кейс стоит, Marketplace называется. Вот так прикольно выглядит со стикером VOI, с клавиатуры лежит и так далее. Двое пар перчаток, двое пар ножей есть. Кстати-ка, может быть, ножик отсюда мы с вами вытащим. Здесь у нас с вами только топовые ганы есть. Но в кейсе за 1000 рублей есть у нас 3 пары перчаток, 3 пары ножей и топовые скины. Поэтому какой кейс мы будем с вами крутить? 5 кейсов, как вы думаете, правильно. Мы откроем именно вот этот, с видеокартой, с микрофоном HyperX, клавиатурой и вот такие вот подарочные пакеты, которые есть. 5 штук открываем, смотрим, что нам падает. Медленно крутим. А потом будем открывать быстро тоже кейсики, как мы это и любим с вами делать. 8 дней осталось до этих кейсов. Так, красная линия. Ага. Ну давай продадим пока что. Вот так вот сделаем. Тут у нас должно быть получше ганы. Ну да, получше, уже четверка выпала. Пока что такое, да, падает. Здесь у нас уже 4600 выпало. Маленький минус дало. Ну, здесь вот будет 5900 уже, ребята. 5900. Тут уже нас дало в плюс. Давай дальше пооткрываем. Тут у нас 3 калаша красной линии упало. 5700 выпало. Отлично. Давай еще разочек. Не, ну здесь нас точно не должно купить. Да, 2100 рублей. Давай еще разочек. Ночной кошмар. 4800. Ну, в ноль почти. Давай, следующий, кстати, ножик у нас здесь прилетел с вами. 4500. Давай еще разочек крутанем. Азима, кстати, выпал калашик, который нас очень хорошо спас. И давайте последний раз крутанем. Здесь ганы такое себе. Ну, такое. Мне сказал бы, что вау. Ну, падает, бывает хорошие скинчанские. Так, окей. На балансе пятерка у нас осталась. Десятку просто мы здесь вот оставили. Где же мы можем с вами взять перчаточки? Давай попробуем вначале возьмем в кейсике, нафармить балику здесь вот. Смотрите, попробуем здесь сейчас побивать ганы какие-нибудь. Надеюсь, что топы выпадут азимовые. У нас здесь 5 пушек из азимова. Это АВП, Калаш, МК, азимов П90 и также П250 находится. Частенько отсюда падут топовые вот эти вот 3 скина. Просто надо чуть-чуть терпения пооткрывать и повыбивать. П90 у нас падает, который стоит 700 рублей. Отлично. Открытие стоит всего лишь 123 рубля. Вот так вот. Но вот авик не докатился, к сожалению. Я понял, давай еще разочек. Так, еще один по 90, хорошо. Отлично, пока что все хорошо идет, все нормально. По 90 каждые 3-4 кейса падает, это все равно мы идем в плюс полноценный. На плюс 300-400 рублей, поэтому все good.
Так, вот сейчас должно что-то дропнуться, по идее. Ничего, до эмочки не докатывается, и там две эмки не докатывается. Ну же, ну же, где же, где же? Сейчас до 5 покрутим несколько раз еще. Так, я думаю, вот это будет крайний, да, наверное, раз. Нет, будет крайний, следующий раз будет. Вот этот крайний. И идем попробуем с вами сейчас достанем юспик. 5 кейсов. Так. Точнее, 5 раз. Нам нужны юспы вот эти вот. Тут тоже очень часто дропаются. Здесь подтверждено убийство до 3,5. И пустынная тактика юспик. Давайте, открытие 1000 рублей стоит. Но здесь часто падают дропы. Именно юспы. И надеюсь, нам в этот раз тоже повезет. Так, там не докатилось. Там и упало. Так, здесь у нас тоже нету. Так, 2 открытия осталось, чуваки. 2. Я понял. Ну, последнее открытие. Let's go. Так, 2 юспа сразу нам падает. Здесь 7. Продаем. Баланс 7000 оставляем. Еще один юсп падает. Отлично. Сейчас мы с вами на фарме попытаемся балансик. Надеюсь, нас до конца вот так вот опять не сольет. Надо еще 2 юспа в ближайшее время выбить и уйти. 2 юспа. 2 юспа надо, чтобы упало. Давай, я же тебе продал, ты должен. Я же себе их не оставил. Я их продал, братух. Так, есть. Как раз таки 2 юспа. Есть. Можно еще раз до десяточки пару раз крутануть. Если сейчас еще выпадет один, то будет очень хорошо. Да, есть еще один. Даже 2 выпало. По 2 прям дропается. Окей, мы вернули баланс. И плюс еще на 1800 осталось. Поэтому крутим еще один. Все, теперь точно вот так вот. Оставляем. И даже юспик один оставим, потому что 16 кс у нас осталось. Оставляем. И теперь идем на тот новый кейс, который нас так опустил чуть-чуть. И нужно его дохавать. Сейчас я делаю для видоса 10 кейсов за 10560 рублей, ребят. Чисто для вас, ради контента. Давай попробуем. Так, блин, ножик прокатывается. Ну блин, ну такое здесь упало. 6,5. Быстро открываем 5. Угу, 5400, нормально. Снежная мгла может нормально стоить. 5600, нормально. Последний раз и уходим. Давай, все, уйдем отсюда. Так, откуда ножик выпал? Кейс из какого? Ага. Ага, вот такой вот у нас кинчанский. Смотрите, как он вам. Так, возвращаемся. Ага, вот такого, да, у нас, я понял. Ножик. Давайте, за 10 тысяч у нас должен по-любому здесь нож выпасть сейчас. Вот в этом кейсе, в майнинге. Один буквально ножик. Еще 2 раза здесь кручу, если нет, мы идем в другой майнинг кейс, чтобы забрать нож. Давайте несколько раз крутану до 5к. Он здесь не падает. Я просто не хочу юсик продавать. Я бы юспик бы оставил бы. Я оставил бы какой-нибудь нож. Нож! 2 ножа. А мы хотели уйти с одним просто. Я хотел пару раз крутануть и уйти. Но нам падает юсп за 18 складной, и коготь падает воронью на сталь за 32600. Ну, здесь я точно их оставляю. И у нас на балике еще остается 6300, поэтому я просто оставлю как есть. И, блин, ну это очень жестко сейчас получилось у нас, ребят. Я думал, что такого камбэка у нас не будет. Ну, вот так вот получилось. Ну что, друзья, вот такой вот видосик у нас получился. Промокод Дэнерс используется для удачи. Я постоянно его юзаю. И вот так вот, вот у меня получается поднять. Блин, это очень круто. Просто в самом конце вот так получилось. Все, ребят, до новых видео. Это нереально. Давайте, пока-пока.